обед. На завтрак у меня сегодня яичница. Вот я туда хлебушек это нарезала кубиками. Нарезала кубиками ветчину, два яйца, кубиками сверху сыр и немножко майонеза. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. Сегодня на ужин хочу приготовить типа мяса по-французски. Здесь вот у меня маринованные стейки свинины, у меня шея. Положила все в емкость для запекания. Понадобится мне один помидор и несколько штучек сыра. Сейчас я нарежу кружочками помидор. Можно еще смазать этим майонезом. Но так как у меня мясо было в маринаде, где-то несколько дней в морозилке лежало, я смазывать не буду. Но при желании можно. Положить можно еще маринованный лук туда. Выкладываю помидор. И выкладываю сыр. Вот так вот. Духовку я разогрела на 200 градусов. Поставлю сейчас на 30-35 минут. Нагрелась. Ставим мясо. Я закрою еще крышкой пока. Так вот. Поставлю на 35 минут на 200 градусов. Вот так. На 30 на звоночек. Вот так. Будем ждать. Такое получилось мясо а-ля по-французски с помидоркой и с сыром. И на гарнир картофельные пюре. Складываю сережки, сниму еще с тарелки. Сейчас полностью я начну с сала. Добавлю хлорки.
закончила, сейчас пойду в спальню. Перехожу в спальню. Хожу на кухню, в спальню. Thank you.